По итогам 2012 года компания «Уралкалий» наградила лучших работников. Тех, кто является неотъемлемой частью дружного и сплоченного коллектива. Это программа «Проходка», и меня зовут Илона Измайлова. Главным критерием при выборе лучших является соответствие поведения сотрудника корпоративным ценностям. Выдвигали работников их же коллеги. Направленность мероприятия с ярким названием «Ты главный герой» выбрана не случайно. Только лучшие сотрудники, однажды услышав «Браво», не останавливаются на достигнутом и на бис воплощают новые задачи. В этот день каждый из них звезда, каждый из них герой. Во время мероприятия работники компании «Уралкалий» участвовали в настоящих съемках. Забросить с головой в работу и оставить в истории кинематографа еще один шедевр. Основная задача – снять ремейки культовых советских фильмов. Если театр начинается с вешалки, то кино с хорошо продуманного сценария и подбора актеров. Однако для того, чтобы работа шла быстро и качественно, для начала необходимо зарядить тело и дух. Успех картины напрямую зависит от таланта его главных героев. Все лучшие работники прошли кастинг и были утверждены на главные роли и объединение в команды в съемочные группы. Это не заняло много времени, помогли карточки и бейджи с цитатами из разных фильмов. Название каждой команды соответствовало названию культового и полюбившегося всем советского фильма. Мы удачи, джентльмены, супергерл и супермены! Вот такие у нас супергерл и супермены! Итак, в съемках участвовали команды «Бриллиантовая рука», «Операция» и «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и «12 стульев». Для различия команд между собой были выбраны яркие разноцветные косынки. Свет, камера, мотор. Команды разошлись по съемочным площадкам. Первая площадка – фильм «Три мушкетера» и сцена взятия Бастилии. Покорить вершину – задача непростая, но для лучших из лучших это не преграда. На площадке две команды – мушкетеры и гвардейцы. Задача каждой команды – взобраться на импровизированную скалу, достать бриллианты и собрать из мерцающих камней подвеску для королевы. Самым трудным оказалось подняться и опередить соперника. Но каждая из команд справилась с этим заданием на ура. Вторая площадка – фильм «Полосатый рейс». Волны шумят, страсти кипят. По сценарию в каждой команде есть капитаны и тигрицы. Задача капитана – перевести тигриц с одного острова на другой. Тигрицы должны отгадать звук животного, доносящийся с берега. Для безопасности съемочного процесса и актеров в лодке сопровождали спасатели. Но благодаря отважным капитанам никто не пострадал и был благополучно доставлен на противоположный берег. Площадка номер 3. Фильм «Кавказская пленница». Увлекательный творческий конкурс, в ходе которого каждая команда в течение 2 минут должна озвучить выбранный фрагмент из разных кинофильмов.
Причем новый текст про корпоративные ценности Уралкалия. Кому кто находится? Я! Игра подошла к концу. Благодаря нестандартным решениям и творческим усилиям каждая из команд показала класс. В конце игры Калийщиков ждал увлекательный сюрприз – флешмоб. Всем командам были розданы большие буквы из пластика, на которых они должны были разместить фотографии своих коллег – главных героев дня. Ну и снова радость на лицах! Ура! Буква уравнения, и мы ура кричим! Мы молодцы! Лучше нас нет никого веселее! Работа сделана, фильм отправлен в монтаж. Дальше самое главное событие – церемония награждения. Красная ковровая дорожка и вспышки фотокамер, как на церемонии «Оскар». И вот они, звезды Уралкалия. Каждый из них был награжден в одной из четырех номинаций – профессионализм, командная работа, передача опыта и перспектива. Главные герои сегодняшнего дня – это вы, лучшие работники Уралкалия. И мы абсолютно уверены в том, что вы и дальше будете ставить перед собой и достигать все новых и новых амбициозных задач. Успех любого дела зависит от того, как мы работаем в команде, как мы можем помогать друг другу, принимать вместе победы и поражения. Только все вместе мы победим. С историей вашего успеха можно писать сценарий для фильмов. Ваш пример способен вдохновить многих. Поэтому мы сегодня самые большие звезды. И еще раз поздравляем! Продолжайте развиваться, расти, учиться, решайте все более сложные и трудные задачи. И мы уверены, что вас ждут отличные перспективы. И это действительно так. История успеха каждого названного лучшим работником достойна большого экрана. Ну, это еще началось, наверное, с армии. Я в армии дослужился до самого, что в армии самое звание старшина. Также и здесь в работе я стараюсь. Работаю сейчас исполняющий обязанности мастера. Я работаю во всех четырех сменах и много знаю людей. И, может быть, поэтому они меня знают. 20 лет. Я работаю, поэтому да. И я очень благодарна своим руководителям, которые выдвинули на эту номинацию меня. И, ну, всем-всем большое спасибо. Я прям, не знаю, у меня чувство было восторга, я прям была полна чувств. На работу хожу с удовольствием, потому что если не идти на работу с удовольствием, никакого интереса и не будет в этой работе, и желание работать пропадет. Друзья, коллеги помогают в этом деле. То есть с ними где-то можно и посоветоваться. Что-то им сам подсказываешь, и они передают опыт. Да выбрал дорогу верную, и коллектив очень хороший. Субтитры сделал DimaTorzok.
Награды нашли своих героев, и в жизни лучших из лучших начинается новый профессиональный этап. Новые победы и новые блистательные роли. С вами была программа «Проходка» и ее ведущая Илона Измайлова. Всего вам доброго!